Лиза подросла, и все заметили странность у подросшей дочки Пугачевой. В Инстаграме Алла Пугачева опубликовала свежие видео из своего замка в деревне Грязь. Ролик показывает, как трехлетняя дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза отбивает теннисной ракеткой детский мячик. Судя по предыдущему видео Примадонны, где девочка учится нырять в домашнем бассейне, младшая дочь Пугачевой растет спортивным ребенком. Ну а поклонники Аллы Борисовны заметили, как Лиза Галкина все больше походит на свою старшую сестру Кристину Арбакайте. Напомним, когда Лиза и ее брат Гарри только появились на свет, Алла Борисовна видела в дочери свои черты. Мол, Лиза в меня, а Гарри – вылитый Максим. Судя по всему, гены Аллы Борисовны оказались сильными. Младшая дочка действительно похожа на нее и на старшую сестру. Гарри – копия Максима, а наша Лиза похожа на меня и еще на одного хорошего человечка, любимую тетю Максима, рассказывала «Комсомольской правде» Алла Пугачева. Напомним, Лиза и Гарри Галкины родились 3 года назад в центре Марка Курцера. Детей выносила суррогатная мать, но Алла Пугачева и Максим Галкин – биологические родители двойняшек. Став женой Галкина, Алла Борисовна призналась, что много лет назад заморозила в клинике яйцеклетки. Это и позволило звездной паре стать счастливыми родителями Гарри и Лизы.